в пяти Иисуса выковали 4 гвоздя. По одному для рук и один для ног – херня. Четвертый гвоздь был из золота чистого и предназначался для сердца лучистого. Ночью накануне распятия был дождь. Цыгренок стащил тот золотой гвоздь. Христа распяли лишь 3 гвоздями. Бог постучал в дом цыганенка руками. Сказал цыганенку, когда открылась дверца: «Твоя кража спасла Иисуса от боли сердца». Позволяю цыганам этого табора воровать и без угрызения совести чужим торговать. Воровство внутри табора среди цыган вывернут наизнанку или шкуру сдерут жиган. Радуйся, Сильвия, что ты и не ослепла. Надо же так избежать огня и пепла. Ты попыталась обдурить цыгана. Рекорд для тебя и твоего балагана. Позволяю цыганам этого табора воровать и без угрызения совести чужим торговать. Но за воровство внутри табора среди цыган вывернут наизнанку или шкуру сдерут жиган. Ты попыталась обдурить цыгана. Рекорд для тебя и твоего балагана.